только третья часть. В Алтайском крае продолжается прививочная кампания. За месяц больше 700 тысяч жителей края прошли иммунизацию. В больнице Бийска за уколом от гриппа обратилось около 50 тысяч человек. Уже в ближайшее время в наш регион должен поступить очередной федеральный транш вакцины. Вакцинация против гриппа для населения в основном бесплатная. И для лечения гриппа, его осложнений, нужно будет закупать лекарства не на 1000. Хотелось бы также отметить, что прививаться можно вакцинами, значит, с грудного возраста, с 6 месяцев, про беременных я уже сказал. И причем инъекция делается крошечной иглой, и она практически безболезненная. Вакцинация началась в конце августа. Бесплатные прививки в городских поликлиниках получают дети, студенты, педагоги, врачи, работники транспорта и коммунальной сферы, а также будущие призывники. По словам медиков, сейчас оптимальное время для вакцинации. Организм успеет выработать защитные антитела в преддверии сезона простуд. Отметим, что сегодня медучреждения используют только российские вакцины. Как говорят в Министерстве здравоохранения, они высокого качества, абсолютно безопасны, содержат необходимые штаммы. Отметим, что пока случаев гриппа в нашем городе не зарегистрировано. Всего же в этом году планируется привить более 1 000 000 жителей региона. Добавим, что те, кому бесплатной прививки не достанется, могут поставить ее за свой счет или за счет предприятия, где работают. Чтобы это сделать, есть еще чуть больше месяца. Завершится вакцинация 1 ноября.